Всем привет, салют, тус, это Ого. Если мы это видео, чтобы сообщить вам о том, что есть много свободных мест в разговорном клубе, потому что я открыл новые группы и потому что есть свободные места в уже существующих группах. Какие есть места? Вы можете записаться в разговорный клуб с уровня B1. Есть группа для такого уровня. Эта группа занимается по субботам в 2 часа по московскому времени, то есть в час по французскому времени. B1 это уровень, когда вы уже умеете разговаривать, вы умеете объясняться, но у вас все-таки есть флаконы немножко везде, в лексике, в грамматике, в спряжении, это же касается грамматики и так далее. И на таком уровне, извините за ударение, я вам просто даю какие-то статьи с объяснениями на французском языке, на объяснениями сложной лексики, с переводом сложной лексики и так далее. Также я вам даю видео, также есть возможность играть с другими студентами и так далее. В этой группе, которая занимается по субботам, в 2 часа по московскому времени, в час по французскому времени, повторяю, есть 3 свободных места. Если вы хотите записаться, я вам скажу, как записаться. Это очень просто, нужно просто связаться со мной. Я забыл, да, как материал, еще есть ситуации. То есть у разных студентов есть разные роли, и они играют какие-то ситуации из реальной жизни. Типа, как снять квартиру, как отправить посылку, что делать на вокзале и так далее. И всегда с описанием ролей есть лексика с переводом обязательно. Для более продвинутых у меня еще есть 2 группы для уровня B1 и B2. Это, думаю, вы поняли, более продвинуто, чем B1, но не много. У меня есть 2 группы, я читаю на бумаге, чтобы не путаться в дни. По четвергам в 3 часа по московскому времени, то есть в 2 часа по французскому времени. И по субботам в 12 часов по московскому времени, то есть в 11 часов по французскому времени. В этих группах у меня есть 5 мест. И, наконец, у меня еще есть 1 группа по уровню C1, которая занимается по вторникам в 11 часов по московскому времени, то есть в 10 часов по французскому времени. В этой группе у меня есть только 1 место. В этой группе мы занимаемся тоже статьями и другими вещами, но более сложными, так скажем, с более сложными темами. А как вообще проходят занятия в разговорном клубе? Они проходят по приложению Zoom раз в неделю и длятся 55 минут. До каждого занятия вы сами выбираете какую-то тему среди тех тем, которые я вам предлагаю, либо вы можете сами предложить какую-то тему, которую я подготовлю. Я подготовлю какой-то файл по этой теме. И я вам все это отправлю заранее, чтобы вы успели подготовиться к занятию. Во время занятия вы, конечно, делаете то, что предусматривает тема, то есть, если это ситуация, то заранее вы смогли вот прочитать, какие есть роли, какая вот лексика может понадобиться. Если это игра, вот какие там правила, какую лексику можно использовать во время этой игры. Если это статья, вы обсуждаете статью. Конечно, обсуждать статью это сложно, я здесь, чтобы помочь, чтобы задать вопросы, уточнить, подсказать и все, что вам нужно. Итак, этот клуб отличается от других тем, что я записываю ваши ошибки во время занятия. Если я слышу, как вы делаете просто какие-то ошибки, я их записываю на листе. И в конце занятия я отправляю фотку этого листа. Также в конце каждого занятия я объясняю общие ошибки. Сложно. И это вам очень помогает, потому что вы можете не просто практиковаться, но и также продвигаться по языку между занятиями. И важный вопрос, как записаться и сколько это стоит. Чтобы записаться, нужно просто связаться со мной. Вы можете это сделать в Инстаграме, отправьте мне сообщение. В Телеграме напишите какой-то комментарий. Либо вы можете отправить мне электронное письмо по этому адресу. Адрес написан еще в описании, чтобы вы могли его скопировать. Так намного проще. Просто уточните мне, какой у вас уровень, в какую группу вы хотите записаться. Я вам напомню, какие есть группы и какие есть места. И главное, как связаться с вами. Вот, то есть, какой у вас номер телефона, проще говоря. Так, сколько это стоит? Это стоит в евро 8 евро. Вот, и в рублях это стоит 800 рублей. Вы, конечно, можете также оплатить в других валютах, мы это обсудим вместе. Но это, конечно, возможно. Если вы хотите прочитать отзывы, то они есть на моем сайте, они также есть в Телеграме. Я опубликовал вот картинки этих отзывов. И в любом случае, они всегда в Инстаграме вот здесь. Я вам, включил какую-то картинку, чтобы понять, где их найти. И вроде все. Я вас жду в разговорном клубе. И да, удачи с французским языком. Салют и пока.